Всем привет! Сегодня я хочу показать, как сделать верификацию в компании CrowdOne. Для этого заходим в свой бэк-офис. Перед тем, как делать верификацию, вам нужно зайти в раздел «Настройки» и проверить все те данные, которые у вас здесь заполнены. То есть у вас должен быть правильный email, имя, фамилия на английском языке, правильный адрес, номер телефона, дата рождения. То есть все это у вас должно быть заполнено. После того, как вы проверили правильность всех данных, заходим в раздел «КУЗ». И прежде чем делать верификацию, давайте переведем, посмотрим, что находится на этой странице. Пожалуйста, проверьте данные вашей учетной записи перед отправкой вашего КУЗа. То есть это то, что мы с вами сейчас сделали. КУЗ еще не загружен. Загрузите свои селфи и документы, удостоверяющие личность. Важно! Пожалуйста, убедитесь, что ваши личные данные верны на 100%. Когда КУЗ будет загружен, ваш профиль будет заблокирован для внесения изменений. И прежде чем делать верификацию, отправлять документы, внимательно прочитайте все те требования, которые нужны для фотографии, для документа. То есть здесь все подробно написано. Здесь даже есть примеры, какой должна быть правильная фотография. Не размытая, четкая, без меток. То есть все это внимательно прочитайте. И какие требования для документа. Чтобы документ был очень четким, срок действия его не истек, были видны 4 угла документа. И чтобы этот документ подтверждал все те данные, которые вы указали в настройках. Также ниже будут показаны ваши данные. Еще раз все проверьте. После того, как вы все прочитали, все подготовили, проверили все данные, можно переходить к загрузке документов. Лучше всего, если в момент загрузки вы уберете перевод и страница будет на английском языке. Я подготовила документы. Селфи загружено. Затем загружаем паспорт. Или удостоверение, или водительские права. Все, селфи и паспорт загружены. Если вы обновите страницу, то увидите, что вот здесь вот внизу стоит дата и время, когда вы загрузили документы. На этом все. Документы вы загрузили. Теперь остается ждать, когда компания проверит ваши документы и подтвердит верификацию.